Привет, привет, ребята. Да, сейчас я расскажу про свет. Тоша, ура, написал. Так. Итак. Как видите, у меня сцена уже настроенная. Сейчас она полностью загрузится. Скажите, как меня слышно? Не мешает ли музыка? Хорошо, отлично. Итак, мерцания нету. Вроде все пока окей. Фликеринг может быть небольшой. Но, как видите, в гейм-моде его пока что нету. Так. Я специально сделал зоны, где света нету, ну, источник как бы солнца и skylight, и зоны, где я его включил. Потому что если я все это выключу, будет темно. Так же и в жизни. Так, эту комнату надо собрать нам. Еще у меня будет комната здесь. Спальня будет. И тут для ребят. Тут семья. У них три ребенка. И вот тут попросили меня сделать такой шкафчик большой. И три компьютерных стола. Вот так. Итак. Как надо прежде всего настроить свет правильно? Заранее скажу, что я использую модель, которую я датасмитом захвачиваю через Архикад. Сейчас я ее покажу вам. Тут у меня из-за того, что стрим иногда может вот так вылетать, но ничего страшного, бывает. Так, уберем, чтобы не видеокарту не грузить сильно. Так, прежде всего, ребята, вам надо приготовить сцену. Допустим, вы ее приготовили в 3D Max или приготовили на Revit или на Архикаде, в Автокаде, где угодно. Я использую Архикад, работаю на нем давно, и мне очень удобно. Вот этот файл. Итак, как видите, тут все у меня вот так собрано, готово. Да, потолки, пол, все такое, короче, места, где у меня должны быть кондиционерные слоты, выдувные, вдувные, короче, все. Дальше я экспортирую сцену через DataSmith и открываю ее в Unreal. Ну, дальше вы все знаете. Чтобы открыть, нажимаем сюда, DataSmith, файл импорт, находите то, что вам нужно, и сажаете. Как только у вас появляется сцена, первым делом вам надо настроить ультрадинамик. Для этого
Вам надо его скачать. Ну или купить. Вот он у меня. Вот. Как только у вас он готов, кидайте его на сцену. Дальше надо проделать следующую работу. Выбираете ультрадинамик. Настраивайте его так, как вы хотите. Сейчас, если вы видите, у меня солнце, как будто уже под вечер, да? Как это можно сделать? Тут можно написать Angel. Вот. Угол наклона солнца. Можете поиграться, да? А также Vertical. То же самое. Вертикальный офсет солнца. Тоже можно им двигать. Берете то, что вы хотите. Получается нормальный результат. И все окей. Тут вы можете потом дальше им вертеть. Как угодно, да? Вот. Ну, как вам захочется. Итак, Ultradynamic Sky у вас установлен. Но самое главное у нас вот тут. Вам надо прописать третьи буквы Exposition. Идете сюда. Тут я использую Star Intensity. Вы скажете, зачем? А я скажу, потому что при этом он меняет пресет настройки. Например, уровень свеченности, освещенности интерьера. Видите, откуда, да, проходит у меня солнце. Меня устраивает вот в этом пресете, именно в этом файле. Потому что у меня такая квартира. Тут у меня два окна, тут у меня одно окно на кухне, да. Есть у меня другие проекты, вы видели, где у меня все там донизу. Но вот тут квартира у меня такая. Света будет мало проходить, да? Поэтому я вынужден делать выбор между пресетами. Тут я выбрал Stars Intensity. Если вы Intensity, если вы поменяете на Sunlight Intensity, он исчезнет. Тут он будет вот такой темный свет давать. Дальше можете использовать вот такой какой-то Fog Influencer. Но у меня стоит вот это. Это очень важно. Опять же, под свою сцену вы можете ее настроить. То есть освещенность будет очень хорошая. И вы удивитесь. Кстати. Так, привет. Тоже планирую на UE5 моделью в Архикаде. Отлично, Женя. Тогда вам сюда. Надеюсь, половина успеха не из-за ультрадинамика. Я все покажу, Тоша. Половина успеха из-за ультрадинамика. При Sun and Sky такую освещенность получить очень сложно. И тени будут ужасные. Ну, у меня так, я не знаю, вот, ну, бывают люди там, им легче. Я как только начал с Unreal работать, то у меня сразу, как бы, уже был интерес к ультрадинамику, поэтому я рассказываю про ультрадинамик. Вот. Что я делаю дальше? Дальше у меня должен быть хоть какой-то вид за окнами. Тут у меня стоит HDRI Drop. Обычный, да? Чтобы его сюда притащить, вам надо здесь. Значит, где это у нас было? Так. Значит. Так, All Classes. Или визуальные эффекты, я уже забыл. Значит, визуальные эффекты, или у нас они были в All Classes. HDRI Drop. А, ну, в лайцах, извиняюсь. Сегодня целый день возился с блюпринтами, уже мозг не работает. После баскетбола устал, так что извиняйте. Могу что-то забыть. Привет, хорошего стрима. Азад не пробегал? Нет, Саша. Азада я тут не видел. Но думаю, что он посмотрит. Кидаете, ребята, HDRI Drop. Он у вас появляется тут. Вот он. Грузите сюда какую-нибудь HDRI карту. Я ее скачал
Haven HDRI. Есть такой сайтик. Вот он, да, по-моему. Да, заходите сюда, их тут до хрена. Качаете, кидаете сюда в себе в сцену. Прямо сразу. Кидаете сюда в контент, и с контента сразу вот тащите на CubeMap. Итак, здесь начинается один из важнейших моментов. Теперь слушайте внимательно. Как только вы настроили HDRI, посмотрите внимательно это значение. Видите? 0.008. Вы скажете, почему, Руслан? Потому что вы должны понять, что есть соотношение света и человеческого глаза. То есть, как бы, ваш глаз должен воспринимать реализм сначала. Для себя вы должны понять, о, это круто. Вот чтобы получилось круто, вам надо именно играть с настройками. Нет какого-то единого, значит, уровня настроек для каждого файла. Прямо вот сейчас я все закину, все будет нормально. Где-то что-то будете немножко менять. Тут у меня, видите, значение очень маленькое. Дальше идем в Sky. Ультрадинамик. Смотрите внимательно. Заходим в Sun Intensity. Посмотрите, у меня значение 0.01. И уже у меня достаточно светло. Идем дальше. Skylight. Это очень важно, ребят. Внимательно смотрите. Заходите в Skylight. Intensity 0.01. И вот тут, в Skylight Mode, вы выбираете Custom Cube Map. То есть автоматом он уже начинает у вас освещать интерьер вот этой куб-мапой, которая у вас уже есть. То есть все оттенки экстерьера, они уже начинают падать вот сюда в интерьере, где-то отражаться тонами, там я не знаю. И уже получается эффект реализма. То есть то, что на улице вот там, да, автоматом оно в куб-мапе начинает вот тут везде, во всех этих отражениях, как бы, да, приниматься и отражаться. От этого уже сам свет кажется очень реалистичным. Стрим сохранится, да. Запомните, Custom Cube Map. Не забудьте. Дальше. Идете в камеру. Очень важно правильно создать камеру. В камере пишите экспозицию. Можете выставить 2. Почему, скажете? Потому что по дефолту у вас, когда вы будете работать, вам может не хватать этого света. Автоматом надо немножко камерой тоже поиграться. То есть у меня тут на этой камере экспозиция 2. Другая камера, с которой я захватываю, например, видео, где не так светло должно быть для меня, как бы, да, видите, да, у меня экспозиция 1.33. Потому что сам момент захвата видео вы можете сами контролировать, то есть как бы регулировать именно какой фокус у камеры, достаточно ли света у вас. Это словно вы на настоящей камере играете с диафрагмой. Понимаете, да? Открываете диафрагму, делаете посветлее, потемнее, да? Вот эти моменты. То же самое тут и с экспозицией камеры. Вы можете играться так, как вам угодно. Опять же, по дефолту у нас, видите, да, стоит там, по-моему, единица, то ли ничего не стоит. Вот. Это тоже очень важный момент, правильно работать с камерой. Не забудьте. Дальше. Итак, про камеру рассказал, про Skylight рассказал. Про Ultra Dynamic Sky показал. И еще один момент. Я и раньше говорил, что я не сторонник того, чтобы ставить за окнами свет, ребята. Но со временем, когда работаешь, я понимаю, что чтобы получить максимальный реализм, хотя бы видимый, ну, видимый на глаза, нам нужно как-то вот подкреплять тенями, да, интерьер. Видите вот эту перекладину у окна? Вот ее тень. Дальше
тень отбрасывается от близких вот этих, значит, у нас направляющих спотов. Это я делаю с помощью вот таких ректанглов. Секунду, ребят. Итак, сейчас я вам покажу два видеофайла. Так, первый видеофайл — это когда у меня стоят, значит, ректанглы, да, за окнами. Это когда они не стоят. И файл, где они стоят. Как вы видите, на видео это, может быть, не так сильно решает. Опять же, это ваш выбор. Например, вы можете, вам надо захватить какой-нибудь хороший жбек, сделать рендер, то, может быть, тогда вот эти тени, они как бы будут важны. Еще в настройках камеры есть такая функция, как фильм. С помощью нее вы можете сделать еще реалистичнее изображение. Тон теней, контраст, светлые участки, а также темные. Опять же, надо настраивать на ваш глаз. Если вам трудно, вы можете просто зайти в YouTube и написать там Interior Video, например, какой-нибудь. Ну, обзор какой-нибудь, да, по квартире. Здесь вы увидите, например, как работает свет в интерьере, да? Какой контраст, где темно, вы понимаете. И дальше вы можете точно так же настроить у себя. Видите, да, какие за светы? Это видео. Вот. Ясное дело, что когда вы занимаетесь анимацией, то вы должны это учитывать. Не надо вот, надо отбросить вот эти все короновские привычки и уже работать в другой системе. Ну а хорошие картинки вы можете сделать уже после того, как вы закончили анимацию. Значит так, что насчет другого света в интерьере? Есть у меня тут везде свет, мы можем его включить. Да, не проблема, Эндрю. У каждого свое запекание. Это личный выбор каждого человека. Ясно, что можно запекать и эту сцену. Но, опять же, конечный результат, он будет практически зависеть от самого человека. Я знаю, что вот есть люди, которые запекают. И поверь мне, что есть у меня сцены в Люмине, которые намного реалистичнее, чем запеканка. Так что и это зависит от человека, как ты настроил свет и все остальное. Итак, ребята, я это делаю тем, кто работает в Люмине. Время поджимает. Надо сделать хорошо, быстро и качественно. Как я говорю, на 4 с плюсом. Итак, как вы видите, если вы будете использовать ультрадинамик, то значение света у вас, посмотрите, какие, 0.001. Это значит, что вы можете в одном файле тут под целый микрорайон собрать благодаря этому.
Вот. Для экстерьера, да. Да, немножко другие настройки. Так, включаем свет. Галочка FX World. Кстати, если кто не знает, она выключает и включает свет полностью, да, сцены. Можете сделать другой левел, где у вас будет ночной интерьер, и наоборот оставить вот такой дневной интерьер на другом левеле. Вот, дальше вы можете включить остальные источники света, да, вот эти бра, все такое, и уже на глаз настраивать, менять HDR-карту или сделать ее intensity еще меньше. И автоматом будет эффект ночного интерьера. Ну, что-то вот такого типа, да. Вот. Дальше. Что еще показать вам? Камера, которую я сейчас использую, она при фокусе. Вы можете убрать фокус у камеры. Вот так любят некоторые коронщики, вирейщики, я не знаю, которые ищут в Unreal такой же эффект. Ну да, тогда у нас получается вот все текстуры можно увидеть четко. Опять же, через настройки камеры вы можете увеличить резкость изображения, да? Вот. А также другие функции тоже. Тут у нас фокус остается, да? Фокус на ближние объекты, на дальние объекты делать очень удобно, легко. Можете убрать немножко дисперсию. И видите, что достаточно реалистичная сценка получается у нас. Конечно, все зависит от правильно настроенных материалов. Если у вас есть время, вы можете настроить текстуры. Здесь у вас в сеттинге есть, значит, качество материала. Ставите эпик и начинаете рендерить. Сейчас я подключу наушник. У меня, по-моему, садится зарядка на ушах. Она, блядь, узнает до сих пор. Опять же, камеру персонажа тоже можете настраивать, менять экспозицию. То же самое добиваетесь эффекта, который вам в конце вас устраивает. Можете поменять температуру у камеры, да? Оттенок тоже влияет на эффективность реализма. Как это сделать, то же самое. Вот камера персонажа. Выбираете тут экспозицию. Можете проставить, например, там 67.
или 5, как вам удобно. Там тоже мне настроить все. Возился со светом несколько дней. И при этом очень важно, ребята, чтобы у вас оставался хороший FPS. Это очень важно. Правильно настроенный свет, и у вас все будет чики-пуки. Как у нас говорит Женя Евсеев. Отсюда передаю ему привет. У меня тут быстренькая такая шпешка с Гугла прям. Скорее всего, в финальной части я, наверное, 3D модель пола принесу. Ну вот, пока так. Все, ребята, спасибо за просмотр. Я не выключаюсь. Я сейчас остановлю этот стрим, чтобы он не был таким долгим. И заново подключусь, и уже буду работать в спальню для наших подростков. Вот эту. Со светом пока все. Спасибо всем, что смотрели. Сейчас я вернусь с другим стримом. Спасибо.